Моя фамилия Бажов. От слова «бажить», что значит «колдовать». Отсюда слово «набажил», «наговорил», «напророчил», то есть. Сказы не зря придуманы. Ины в покор, ины в научение, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. В детстве пришлось мне 3 года провести в Полевском заводе. Жили мы за рекой, почти у самой горы Думной, в небольшом домике. «Пойдем на гору сказки слушать», — пригласил меня один из первых моих полевских приятелей. «Сказки? Что я маленький? Пойдем. Сегодня на карауле дедушка Слышко стоит. Он занятно сказывает про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства». Это еще в те годы было, когда тут старые люди жили. На том, значит, пласту, где золото теперь находят. Золото этого, кразелитов, меди, полно было. Бери, сколь хочешь. А самая главная пещера в Азов-горе была. Огромаднейшая. Под всю гору шла. Теперь ход тот есть, только обвалился будто маленько. Но там дело тайное. Об этом и сказ будет. Про старинное житье это вот помню. Только не сказки, а сказы да побывальщины прозываются. Если взобраться на гору, где сидел дед Слышко, да окинуть взглядом все вокруг, предстанет взору город промышленный. Еще 3 века назад здесь были обнаружены медные и железные рудники, а вскоре выросли и заводы, отсюда и промышленность пошла. Кирпичные стены старой Домны до сих пор стоят в Полевском, но еще раньше, до заводов, до прихода русских мастеровых, здесь все иначе было. Давным-давно это было, 300 миллионов лет назад. Уральских гор в помине тогда еще не было. На этой земле кипел огнедышащий вулкан. Вытекала из его нутра расплавленная лава. Извержение этого грозного вулкана и породили сказочную Азов-гору. Азов-гора покрыта лесами. И только верхняя ее часть выступает скальными гребнями. Такое положение сразу приметили разбойники. Дело в том, что с Азов-горы можно было рассмотреть караваны, которые двигались рядышком с Азов-горой, и использовать такое местоположение для удачных набегов. Где-то глубоко-глубоко в недрах Азов-горы хранятся богатства несусветные. Так в сказе сказывается. Много веков назад, еще до нашей эры, в заповедных этих лесах, что обволакивают местные горы, жил странный народ – Чудной. Он и в сказах Чудью Белоглазой зовется. Чудной, потому что древние эти племена не привлекали ни камни драгоценные, ни злата, ни какой другой презренный металл. Жили скромно, трудились, охотились, рыбу ловили. Чудным тем народом были иткульцы, которые населяли эти земли в раннем Железном веке, предшественники современных финно-угров, хантов и манси. И что совсем удивительно, промышленными эти места не в 18 веке стали, а намного, намного раньше. В середине 1000-летия до нашей эры здесь было поселение, скажем так, производственное поселение представителей иткульской культуры. Называют их древние металлурги, потому что тогда, уже 2500 лет назад, они владели технологией выплавки меди. Увидали старые люди, чужестранный человек лежит, весь кровью измазанный и оружие сым. А бабы набежали первые-то. Тут еще девка случилась, ихнего старшины дочь. Смелая такая, расторопная,
хоть штаны на такую надевай. И красивая страсть. Глаза, как угольки, щеки, как розан расцвел, коса до пяток и вся в полном аккурате. Лучше нельзя. Когда пришли чужестранцы на эту землю, чуть бунтовала, отстаивала свои горы и леса как могла. Но пришлые люди сильнее оказались. Спасаясь от их преследования, древнее племя вынуждено было покинуть обжитые места. По преданиям, чуть белоглазая ушла под землю, вырыла большую яму и погребла себя, подрубив столбы. Вот так эти скалы на Азов-горе и появились. А все сокровища аборигены спрятали в пещере, стеречь которую оставили девку-азовку. Так легенда гласит. А что было на самом деле? После покорения Сибири Ермаком за Уральский хребет массово переселяются русские. Казаки да царские люди начинают хозяйничать на новых землях, как кому любо. Правда, никаких иткульцев в это время в окрестностях Полевского уже нет. Сначала здесь обитали финно-угры, но к приходу Ермака их уже успели потеснить башкиры, вытеснив на север современной Свердловской области. И именно бунт башкир в действительности пришлось укрощать казакам. В то время, когда уже пришли сюда в 18 веке вот эти царские люди, русские колонисты, они наткнулись тут уже на сопротивление башкир. Вот. И когда был построен завод вот в 1718-м, почему это год основания города? Потому что начал строиться Полевской медеплавильный завод, и вот в этот год даже был один из таких серьезных набегов вот этих вот диких башкирцев. То есть... Прожили здесь они довольно долгое время, много столетий, и считали себя коренным местным населением. Девка-азовка же, если верить сказам, была местной жительницей. По легендам, она становится женой одного из казаков, который помогает аборигенам защитить свои земли, да погибает. Девка-азовка остается здесь навечно не ради каменьев и золота, а потому что здесь осталось то, что ей намного дороже. Что-то из этого вполне могло быть былью. Ведь и аборигенам этих мест пришлось уйти как чуди, а казаки да царские люди и вправду очень прочно обосновались на Азов-горе. Здесь, на Азов-горе, в 17 веке существовал казацкий сторожевой пункт. И этот пункт давал охрану караванам, которые сопровождали воевод, которых в свою очередь пересылали в Сибирь и обратно. Вероятно, что в честь своей малой родины казаки и дали название такому пункту Азовская гора. Сокровища древнего племени до сих пор будоражат умы охотников докладов. Да не даются те богатства в руки простым смертным. Их девка Азовка, которая отныне стала хранительницей драгоценных пород, откроет только самым достойным. А пока всякого прохожего хозяйка этих мест оглушает громом, пугает молнией и обрушивает ливни. А клады? Клад на Азов-горе ведь действительно нашли. Только не тот, что ожидали. Другое это было богатство. После выхода малахитовой шкатулки на Азов-гору навадились полевские ребятишки. И однажды они кое-что накопали. Сам Бажов, кстати, на место клада тоже приезжал. Находки, а ими оказались небольшие медные фигурки, несут в себе ценность, но историческую. Это были идолы, сделанные древними металлургами, теми самыми чудными людьми – иткульцами. Идолы – это есть не что иное, как иттерма, то есть захоронение душ умерших металлургов, тех специалистов, тех мастеров, которые достигали совершенства в плавке. Их души переселялись в этих птицевидных идолов. И затем были эти души в этих птицевидных идолах захоронены здесь, на Азов-горе. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Коса сиза черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине.
На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будь то листовая медь. «Мать ты моя! Да ведь это сама хозяйка!» Сказочно богаты были окрестности Полевского. Не только Азов-гора, здесь, как в сказке, только копнуть поглубже надо. Руд и минералов, мрамора и горного хрусталя столько было, что диву дивишься. Но самым главным сокровищем, что не только эти места прославляло, а весь Урал, был изумительный по своей красоте малахит. Вот только заполучить его совсем непросто было. Его еще заслужить надо, вернее, получить расположение хозяйки Медной горы, хранительницы этих мест, что в образе то зеленой ящерки, то красной девицы перед людьми представала. Так по легендам, а на деле отыскать в подземных кладовых камень, что краше на всем Урале не найти, мог только тот, кто самой грязной работы не боится – рабочий мастер. Малахит не залегает на поверхности земли. Малахит сопутствует месторождениям медной руды, потому что малахит – это результат разложения медной руды под воздействием, например, карбонатных вод. И там, где есть медная руда, там возможны залежи и малахита. И, естественно, чтобы добыть этот прекрасный камень, необходимо внедряться внутрь горы. Богатейшей кладовой медной руды в те времена были полевские гумешки – гумешевское месторождение. Именно на этом руднике был добыт первый русский малахит в XVIII веке. Сказочные запасы малахита были в окрестностях Полевского во все времена. И даже когда чудные люди, иткульцы, здесь медь добывали. Правда, что камень тот ценный, никто тогда и не подозревал. На Думной горе, где спустя века дед Слышка заводской детворе сказы будет рассказывать, иткульцы малахит вместе с рудой на медь переплавляли. Мы находимся сейчас на вершине Думной горы, как раз на том самом месте, где 2500 лет назад стояли медеплавильные печи древних металлургов. И если внимательно сейчас мы посмотрим себе под ноги, то среди вот этих каменных обломочков можно попытаться даже найти остатки сырья, вот этих медных окислов, которые использовались во время вот этой выплавки меди. Ну вот, например, вот такой. Гумешевское месторождение медной руды и было той самой сказочной медной горой. Только гора эта была особенная, не такая высокая, как Азов, не такая низкая, как Думная, ни на одну из местных возвышенностей не похожая. Медная гора огромная, да вот только вниз она растет, в самые недра земли. Казалось бы, ну что за сказки, но нет, никакого вымысла. Когда впервые Бажов на Гумешке попал, он, естественно, увидел это ровное поле совершенно унылого вида, на котором даже трава росла чахлыми кустиками. Но в конце концов, естественно, Паше Бажову 11 лет, ожидания ребенка обмануты, он приходит к отцу и спрашивает, что за обман, а где гора? А отец объясняет, рудник это, руду всегда из горы берут, только иная гора вверх растет, а иная гора в земле. То есть гора – это понятие вот места, где что-то добывают. Сегодня знаменитые в прошлом гумешки поистощались. Ни камня от тех богатств не осталось. Впрочем, предания говорят, что уральская земля таит в себе еще много неизведанного. Не все богатства еще открыты, не все сокровища найдены. Вот и девка Азовка со скалы пристально наблюдает за жителями этого сказочного края, испепеляющий ее взгляд, как и лава вулкана, породившая Азов-гору. Ждет она, когда вновь настанут такие поистине сказочные времена, когда золото для людей не будет иметь никакой ценности. Им-то и откроет она все сокровища необъятного седого Урала. Вот только надо-то самую малость, правильное имя девки Азовки вспомнить, к истокам вернуться.
Я очень люблю Москву из окна вагона, который везет меня на Урал. Земля наша уральская — дивное чудо. Горы высотою до неба. Дома все есть. А если чего и нет, значит, еще не докопались. Как-то все-таки обидно, что жизнь такая коротенькая.